Алло. Алло. Мир вам. Мир вам. Ньютон, выключи микрофон, если будете на занятиях. Виталий Калинин. Мир вам. Мир вам. Мир вам. Давайте помолим. Царю небесный, утешителю души истины, и же везде ты, и вся исполняй сокровище благих, и жизнеподателю приди, вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души нашу. Господи, благослови наше занятие. Не допусти нам ни прибавить, ни убавить от всего того, что Ты заповедал нам исполнить. Сохрани нас в единомыслии, согласии и любви по Слову Твоему. Хвала Тебе. Честь и поклонение, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 23 стиха по 25. «И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его». Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто-то свидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Евангелие от Иоанна, 3 глава, с 1 по 2 стихи. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Толкование. Сам Иисус не вверял себя им и не передавал своего учения, как неистинно верующим, проникая в сердца их. Псалом 93, 11, Иеремия 17, 10. И зная, что об нем было в них.
ибо от него не укрывалось, каков был помысел о каждом человеке, по-видимому верующим. Таков почти был и Никодим, верил и он Иисусу, и, кажется, говорил иудеям в пользу Господа именно, что нужно судить его по внимательным исследованиям, читаем в 7 главе 50 и 51 стих. Да и после распятия при погребении он также показал много заботливости и щедрости. Однако же он не веровал, как должно было. Придерживаясь еще слабости иудейского, он приходит к Иисусу ночью из страха от иудеев. Евангелие от Иоанна 19:38-39. Он не обличает его грозным образом, не говорит, зачем ночью приходишь к учителю, посланному от Бога, почему не имеешь смелости. Чего такого не говорит, но милостиво разговаривает с ним о предметах божественных и высоких. Вопросы? У меня вопрос. Вот я еще раз прочитаю. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 24 стих. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Непонятно, чтобы кто засвидетельствовал о человеке. Вот этот «о человеке», что имеется в виду? То есть Христос не имел нужды, чтобы кто свидетельствовал о человеке. Человек с маленькой буквы, то есть сам Христос себя имеет в виду. Евангелист там пишет, кого имеется в виду, что за человек? Игнатий Тихонович, ответьте. Апостол Павел говорит, нам не нужны письма ходатайственные. Вот мы куда-то приходим, в незнакомое место, то нам сопроводительное письмо нужно, чтобы дали с прежней работы характеристику. Христос в этом не нуждался. Он знает, что в каждом человеке, кто что думает. Какова его участь будет вечность. Он одновременно был и Бог, и человек. И поэтому не нужно ему было спрашивать и доверяться мнениям людей, дающим характеристику друг о друге. Потому что наше мнение, сколько бы оно ни было верным, оно в каких-то деталях все равно будет не таким, как должно быть. Почему и сказано, на суде Божьем будет, он будет судить помышления и намерения сердечные. И поэтому все сегодняшние анафемы и канонизации, они кажутся совершенно, может быть, не на той стороне. Потому, говорит, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь и не осветит сокрытое во мраке. То есть чужая душа потемки, как говорят. И Господь не нуждался в этих характеристиках, а мы очень нуждаемся. Вот ко мне сегодня двое просятся. Я говорю, выйдите в скайп. Вот сейчас у нас тут уже принято, что все своими именами. Вдруг сегодня вот Ньютон появился. Попроси, чтобы поставил свое имя и фамилию. Это православное занятие, и по чужими, ну, выдуманными не надо, это ложь. Видите, нам не то, что характеристика нужна, но так у нас принято. Вот это имеется здесь в виду, показывая его Бога, человечество и все знания. Отошел. То есть свидетельствовал о человеке, Христос имеет в виду здесь сам себя. Правильно я понял, да? Так, подожди-ка. Повтори, я убегал, дверь открывал. Я вас правильно понял, вот еще раз читаю. Не верял себя им Христос, потому что знал всех их и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке. То есть он не нуждался в том, доверяться мнениям нашим друг о друге. Это я понял. О человеке. О человеке, о любом, с кем, который приходил общаться со Христом, ему не надо было, он знал. Я это объяснил уже. Не надо, чтобы о каждом человеке говорили, Господи, он хорош, он нам помогает, он это все знает. Я видел тебя под смоковницей, когда ты явился. Не свидетельствовал о человеке, ибо знал
сам знал, что в человеке. Ну, от приходящего. Два раза слово человек. Человек в первом разе имеется в виду Господь Иисус Христос. Кто бы ко Христу не приходил, он был человек, не собака. И не нужно было, чтобы другой давал характеристику. Он заранее знал, кто перед ним стоит. А у нас бывает так, женится и не знает, кто кота в мешке. Мы нуждаемся в характеристике, положительной или отрицательной, а он не нуждался. О каждом человеке, приходящем человеке, о нас с вами, и он знает, молимся искренне или только лукавим. И когда я, говорит, бил их Господь, они льстили мне языком своим. Давид говорит, льстили, ой, Господи, прости, я не знаю, но ты чуть только отступился, все, уже по-своему. Лукаво сердце человеческое, крайне испорченное. Кто знает его? Кто? Вопрос стоит. Господь. Только он знает до конца. Мы сами себя до конца не знаем, что вытворять будем завтра. Спаси Христос. Аллилуйя. Так, попроси, чтобы заменили свои фамилии. Вот сегодня появился человек, чтобы он заменил на свое имя и фамилию, там, Ньютон. Он уже отписался, что поставлю позже свое имя и извинился. Хорошо, благодарю. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Толкование. Кажется, слова Господа к Никодиму не имеют ничего общего со словами к нему Никодима. Но для внимательного откроется много общего. Так как Никодим имел понятие о Христе уничиженно именно, что он учитель и что с ним Бог, то Господь говорит ему: «Тебе естественно иметь такое понятие о мне, ибо ты еще не родился свыше, то есть от Бога, рождением духовным. Но еще плотян, и познание, какое ты имеешь обо мне, не есть духовное, но душевное и человеческое. А я говорю тебе, что и ты, и всякий другой будете вне царствия, если не родитесь свыше и от Бога не получите должного обо мне понятия. Ибо рождение через крещение, внося в душу свет, дает ей возможность видеть или познавать Царствие Божие, то есть единородного Его Сына. Ибо Сын может быть назван как премудростью Божию, так и Царством Божиим». Вопросы? Так, вот здесь нам толкователь говорит, что рождение свыше, ну, через крещение. Тут написано, ибо рождение через крещение, внося в душу свет, дает ей возможность, то есть душе, видеть или познавать Царствие Божие. Может ли такое случиться, что человек крестится, но рождение свыше не происходит. Происходит позже. А может такое случиться, что человек без крещения получает рождение свыше, а потом таинство делает? Два вопроса. Ну и попутный, почему не всегда в крещении происходит рождение свыше? Что должно еще, какое условие быть для этого основное? Пожалуйста. Деяния апостолов, 2 глава, 38 стих. Что делать? Это же вопрос задали окружающие апостола Петра, будущие прихожане. И он сказал: первое, покайтесь, запятая, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, запятая, и получите дар Святого Духа. Поэтому рождение свыше включает в себя не один момент крещения. Крещение, оно вообще само по себе-то не может дать рождение без уверования. Кто будет веровать и креститься? Но именно в покаянии. А где прощение соединяется вместе? Не так, что покаялся, а через 5 лет будет креститься.
Они воскликнули, и в этот же день написано, крестились 2000 человек или там 5000 человек. Вот это есть рождение свыше. Рождение свыше для православных, особенно для старообрядцев, вообще неизвестно. Вот где-то они там, ну, мне батюшка был здесь, отец Аким, и рассказал, старообрядцы Белокренинской иерархии какой-то там форум устроили, что-то молодежи заниматься, может, по Сибири, ну и какие-то, чтоб темы предложили. Ну и Устина Ося, Потеряевка, он домик строит, и тоже включился, ну, чтобы назвали, какая тема. Ну, какая там, об Авакуме, как он был в ссылке, боярыня Морозова. А он написал, тема рождения свыше. Его в ту же минуту сразу в сектанты занесли. Как рождение свыше? Да это баптисты только. Вот и весь ответ. То есть там исхоженная, утоптанная дорога, по которой машины ездят, танки катаются, ненависти человеческой. А Духу Божией нет места. Без рождения свыше. Все обряды знает, исполняет, и никуда в сторону. То есть это стопроцентное фарисейство. Не то, что показное, а именно так, как и есть. Рождение свыше себя включает три момента. Три. Покаяние, крещение для прощения грехов, троекратное полное погружение. Во всех языках мира, а это 2896 наций, кроме русского и славянского, стоит погружение. Что там, крики какие-то, то ли... Борис, отключите микрофон. Погружение. Вот тогда грехи смываются. Почему 22.16 деяний говорится, встань, крестись и омой грехи твои. Омой. И мы избавлены баней паки бытия. То есть веруя в будущую жизнь, как в бане, а в бане одевшие не моются. Вот это как раз здесь и подчеркивается. Все. Что-то не пойму, то ли выключилось. Спаси Христос. Аллилуйя. Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 4, 5. Так, еще попутный хотел вопрос, то есть, задать. Если нет полного погружения по... Не... Борис, выключите микрофон, пожалуйста. По небрежению или же там священника, или еще там по каким-то причинам. Вот. Можно ли считать, что грехи не смыты, но сам крещаемый, он получил веру, нового знаний. Допустим, на тот момент, что должно быть полное погружение, его нет. Вот. Я вот ролик выставлял Евгений Трапко, ребенка крестит, голову окурнул, а попка наружу у него. А я так с Василием смотрим, а что-то и смех, и грех, думаем. Ну, вот. А толкование сегодня читаю, что это крещение, это знак погребения, как вот Христос три дня был в гробе, так и поэтому и троекратное погружение. То есть, ну, крещение – это погребение. Я думаю, если бы так же бы погребали, как вот крестят, что попка наружу, прости Господи, ну, кто бы позволил бы такое-то. Вот. А тут прям равенство стоит, фифилакт обязательно. Крещение – погребение. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, и с ним вы погреблены в смерть. То есть, ну, понятно, само какое-то получается кощунство над таинством, что ли. Ну, как? Ну, и я вот себе тоже представил, сейчас бы вот на кладбище и гробы бы наполовину бы закапывали, а половину бы оставляли бы вот так вот. Да кто бы позволил бы такое? А здесь нужды никакой нет. Вот. И, видимо, что ему заплатили не за обливание, а бабка подбегает с кошечком-то, он нет, видать, ему полное погружение оплачено, он ее отодвинул, и ее с разбега девчонку хлобысь туда, в этот тазик, ой-ой-ой, чуть ей. И вот как раз Ревека, по-моему, задает вопрос, неужели Господь как бы спросит на суде Божьем, что вот, ну, не окунули тебя полностью. А жил вроде благочестиво, заповеди соблюдал, понятно, что он там будет спрашивать, накормили, напоили, там посетили. И все же,
Вы, знаю, Геннадий Тихонович, ратуете всегда за полное погружение. Я всеми руками и фибрами души за это. Ну а все же, если вот такое нерадение, неужели оно повлияет? Конечно, Бог будет судить, но однако. Пожалуйста, ответьте вот эту. Шестой Вселенский Собор, 84-е правило, как раз этот момент и обговаривает. Если нет точного свидетельства, что не было погружения, немало не сомневаясь, прими это крещение. Нынче у нас оно будет 9 июля. Сейчас уже говорят, там из Германии кто-то будет приезжать. И 9 июля в озере будет крещение. Его не было. Крещение переводится погружение. Убери слово крещение, ставь всегда погружение. А его не было. Он наружу был. А вот только рука брала. Ну, рука и воровать твоя будет, она не освященная. Я уж так говорю. А теперь по образу кого хороните? Который в мавзолее лежит, он не зацыпанный. Но я маленько напугал их тогда. Это. Ну, в самом деле, что вы делаете? Семь таинств церкви, все до одного из развращены. Смотри, вот называется бракосочетание. Венцы идут, сзади несут. Спроси, 100 лет назад, кто это знал? Венчание только тогда, увенчана голова, когда венец надеты. Человек вкушает тогда, когда взял в рот и откусил, а не тогда, когда посмотрел запах. Это Хаджана Средин показала. Когда один пожаловался, говорит, он стоял, я, говорю, шашлык взял, а он нюхал и ел. Ну, говорит, рассчитаться надо. Взял деньги, судья вот так, слышишь, как гремят? Все, он рассчитался тот запахом, а этот звуком. И теперь начинает экономия, придумали особое слово, как вот деноминация конфессии, прикрыли слово ересь. Так у православных словом экономия прикрыли небрежность. Иеремия, 48 глава, 10 стих. Проклят, кто дело Господне делает небрежно. Некоторые дела еще можно сказать, то ли оно Господне, то ли нет. Вот я что-то делаю. А уж крещение явно Господне дело. И оно небрежно. Вот коснулось так. Это пишет у архиепископа Никифора, об этом описано. Турки. Они приходят и говорят... А мы хотим причаститься. Он говорит, так вы турки, мусульмане. Ну что мусульмане-то? Ну нас крестили маленьких. Как крестили? А так? У нас дети часто беснуются. И они, дети эти, приходят, детей приносят турки, чтобы с ними плохого не было-то. И крестят их. А сами неверующие. А потом возвращаются и опять по-мусульмански все делают. И был особый собор, совещание. И признали крещение с правильным троекратным погружением недействительное. Потому что первой части нету. Нету. Не верили ни восприемники, ни малые дети, они верить не могли. Вот как. А сегодня все это игровое. Вот идут, венчания нету. Сегодня в церкви венчания нету почти. А брак, ну, бракосочетание совершается, а венчания нету. Они не увенчаны голову. Когда человека чрезмерно хвалят, то есть ему надевают венок. Ну, венок победителю на голову. Ян Златоуст говорит, меня так сильно похвалили, говорит, что венок сплели больше моей головы, и он опустился до плеч, а голова осталась неувенчанная. Но он, венок-то, там нет крышки сверху, вот он провалился. Покаяния тайного нету, исповедуется, там 20 человек рядом стоят, слушают, погружения нету. Помазание написано, призовет пресвитеров и над ним, то есть должен лежащий быть и над ним склониться. Здесь все здоровые идут, то все таинства искаженные. И поэтому... Сейчас в Сирии сегодня смотрел, тут ролик выставили, там как они, эти мусульмане, издеваются над русскими, стреляют. И, ну, пришло время рассчитываться, как говорят, резать кабанчика. А мы вместе вот выпивали, там не выпивали, а гуляли, там дни исправляли. И у нас не было разницы, мусульмане и христиане. Да Богу разве это угодно? Тьма и свет. Христос Велиар. И Бог разделил. И через кого разделил? Через Велиара. Вот как. Самарянка-то сказала, она не сказала, самаряне с иудеями не знаются, но иудеи с самарянами не знаются, ну, не сообщаются. Поэтому в каждом вопросе надо смотреть серьезно. Не было погружения, значит, не было, ты его должен совершить. А не так, что придет время, Бог разберется, Бог уже разобрался, теперь разбирайся ты. Нигде этого нету, чтобы хоронили наполовину. А половина была на снаружи. А сейчас никак. Да может слюной, может песком. То есть заплевали все таинства. Песочники.
Такого безобразия нигде нет. Посмотри, вот показывают где-то в Киеве, кажется. Там еретики крестят, и там не написано. Ну, думаешь, это баптисты, потому что так все стройно. Но они со всей области, видно, собрали. Там прямо в воде такое, такая дуга подвешена, все светится. И они все в воду заходят и всех опрокидывают так вот. На спину берут, поддерживают, но все равно в полное погружение. Но крестят неправильно. Это положение в гроб, а не в смерть Христа. Христос умер прибитый. Смерть обычно, человек валится, падает, а он прибитый, он не мог упасть, поэтому надо подражательный, кверху, к низу. А погрузился, колени поджал, тогда встал. И крестить должен священник. У них ничего этого нету. И верит как? Во святую соборную апостольскую церковь. Они вообще не в церкви. До конца договори, не бойся. А у меня вся родня баптисты. Ну что, что баптисты, тем более ты скажи им, чтобы они пришли. Я как бы чужие слова передаю. Вот старообрядцы бывают, там беспоповцы. Священства нету. Значит, нет отпущения грехов без этих рук. И говорит Иоанн Златоустый, кому простить и проститься? Эти слова вообще сектанты смели, их нету. Господь 2.47, мы считаем, Деяния апостолов, ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Они уверовали, их надо приложить к церкви, не к секте, не к ереси, к церкви. Это вопрос тоже ответить не могут. Отошел. Спаси Христос. Слава Иисусу. Виталий, Миговка, выключите микрофон. Сейчас, сейчас. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 4-5 стихи. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истина, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Толкование. Имени Царства Небесного иудеи никогда не слышали. Человек, состоя из двух частей, из души и тела, имеет и образ рождения двучастный. Вода, видимо, принимаемая, действует к очищению тела, а дух, невидимо соединяющийся, к возрождению невидимой души. Если ты спрашиваешь, как вода может родить, то и я спрошу, как семя, которое само водообразно, может образоваться в человеке. Посему, как над семенем телесным все совершает благодать Божия, так и при крещении предлежит вода, но все совершает Дух и молитвенное призывание, а особенно присутствие Бога. Ибо в воде сей совершаются знаки и образ погребения и воскресения. Три погружения, знак тридневного погребения. Потом человек воскресает, выныряет, как Господь, нося светлую и чистую одежду не тления, а тление, погрузив в воде. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6-8 стихи. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Толкование. Дух, говорит, слышит, где хочет, и голос его слышишь. Однако же не знаешь его направления, потому что он неудержим и беспрепятствен, и по силе природы имеет стремление во все стороны. Если, говорит, дышит, где хочет, то не потому, будто ветер имеет способность свободного выбора и желания, но потому, что хочет, как я сказал, указать
на естественное его движение и неудержимую силу. Если же не знаешь, где и как дышит ветер, сей дух, подлежащий чувству, то как можешь уразуметь возрождение от Духа Божия? Если сей дух не может быть задержан, то тем более не подчинится законам природы благодать Духа Святого. Вопросы? Ну вот, хочется спросить, здесь написано, дух дышит где хочет, и голос его слышишь. Ну, не имеется же в виду буквальные голоса. Есть такие болезни психические, что голоса человек слышит, но не об этом же речь. То есть Дух Святой, он как тихое веяние ветра, то есть просто мысли направляет его к деланию добра, так я понимаю. Нету вот таких вот голосов. Игнат Тихонович. Здесь слово «как» убери, ты сам уже объяснил. В оригинале стоит, ты знаешь, что ветер жужжит, а откуда приходит, не знаешь. Речь идет о ветре. И вот так. Теперь не так, что духовное с этим будет какое-то непонятное, и сравнивать. Ты не знаешь, откуда вот ветер. То туда флаг колебнет, то сюда. Так бывает с рожденным от духа. Почему коснулось это? Не знаю. Вот как вот здесь Евгений Тропко и говорит. Вот ходил, знал, все, а потом встреча раз, говорит, и как двери открыли ему в православие. А почему? Никто не объяснит. Не тот, кто уверовал, через кого уверовали, это тайна Духа Святого. И ничего не было, тихо, спокойно, вдруг среди ночи соскочил. Вот у нас дома была, у меня брат, он выпивал, его сейчас нету уже. Ну, а у нас баня была метров, наверное, 70 от дома, там, в огороде. Ночь. И вдруг моя мама соскакивает. В темноте бежит в баню, а в бане свет. В бане-то вообще делать нечего, она не топлена. Она, я говорит, не знаю, почему я ночью, там сейчас ночью побежала туда. А брат уже петлю надел и повесился. А он повесился деревянный крюк. А там лежит рядом топор, дрова, она как ударила по крюку-то и сбила его крюк-то, и он упал, и она его отходила. Она спала, да это далеко, не слышно, ночью, беззвучно. Объяснить никак нельзя. Это Бог так делает. Тихое веяние ветра. Ветра. Вот это сравнение с ветром. Ну, если у нас был бы тут грек какой-то, он сейчас бы прочитал. И перевод вот в немецком переводе, там винт стоит, слово винт. Как он веет ветер. И в английском языке везде ветер. Сравнение с ветром. И непонятность его движения. Никакие фенологические наблюдения не помогут точно определить, откуда пришел. Мы последний метр только определяем. А где он там кружил? Говорит, кружит, кружит. А почему духом называется? Потому что написано, ангелами твоими творишь духов. Ангелами духов. То есть через ангелов он не ангелов делает, а через ангелов ветры. И ветры, говорит, завязаны у него, и он их в откровении, специальные ангелы, которые держат цунами, торнадо, бури. Вот. Что-то опять зашумело. Все. То есть здесь имеется в виду, что дух, ты голоса его слышишь, то есть... Ветер, жужжание, жужжание ветра. Жужжание, ветер жужжит, а откуда он пришел, не знаешь. Свистит ветер, говорит, такой свист создает. Это его голос. Тут толковать даже нечего, так просто знать надо, понимать, что духом называется ветер. Ангелами твоими творишь духов. В Псалтыре написано. Там 103-й, кажется, псалом считаем. Каких духов? Ветры. А это подтверждает откровение. Ангела четырех ветров держат со всех четырех сторон. Ветры. И как будто мешки развязывают. Но это вот у них там путешествие за руном было. Описывает в легендах у Греции. Но рожденный свыше человек, он руководим Духом Святым. И Дух Святой ему как бы голосом говорит, но голос мы этот не слышим, а
ну, буквально, то есть голосов никаких нету в голове, а просто мысль такая приходит, и да, начинаем делать, выполнять его волю. Ну вот один случай. Апостол Павел говорит: «Я думаю, имею Духа Святого». Никто не сомневается. И вот он предпринимает: «Братья, вставайте, мы пошли сейчас туда». И показывает направление на Солунь. И Дух не допускает. Нигде не написано, что не допускает. Или заговорило сердце его против, или какие-то препятствия, пришло известие, что там поймают. В другое место решили: «Ну ладно, мы пойдем в Берлин». Опять препятствие. И вдруг ночью, а он ни с места не двигается. Ну что ему было-то? Ну хоть бы одно слово, никто по сей день не знает. И вдруг ночью является видение муж некоторый, там югослав, македонянин, и говорит: «К нам приди, к нам, помоги нам». И мы поняли, Бог призывает. Но он удостоился этого. Я за всю жизнь не удостоился ни одного видения, ни одного голоса. Иоанн Златоуст неизвестно, слышал или нет. Почему? Я верующий, не нуждаюсь, мне не нужно это чудо. Это иудеи требуют чудес. Вот такой ответ. И дальше за это не надо заходить. Если ты истинно верующий, тебе Бог будет полагать. Почему ты взялся вести эти занятия? Ты скажешь: вот это было это, а до конца ты не знаешь. Просто Господь услышал жаждущих. Хорошо, что мы собираемся, но плохо, что мало нас. И вдруг ты начал это делать, тоже опыта набираешься. А ты набери человек 300. Если нужно будет даже платить по десятке, да это не деньги сегодня, 10 рублей, ты можешь заплатить. Ну, надо узнать. На 10 тысяч человек, то это заметно будет. Вот и все. Спаси Христос. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 9-12 стих. Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты, учитель Израилев, этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если я буду говорить вам о небесном?» Толкование. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, то есть если я сказал вам о возрождении, совершающемся в крещении, и вы не приняли, но спросили: «Как?» Итак, если я сказал о всем земном рождении и нашел вас неверующим, то как вы поверите, если услышите о неизреченном рождении небесном? Каким единородный сын родился от отца? Некоторые же под земным разумели пример ветра. Вопросы. Евангелие от Иоанна 3:13. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Толкование. Не считай меня за пророка, сущего от земли, посланного Богом учить, но считай меня сшедшим свыше, как сына, а не от земли сущим. Никто из пророков не восходил на небо, а только я один имею взойти, как и не шел. Так и здесь говорится, что с неба сшел Сын Человеческий, потому что Он одно лицо и одна ипостась. Потом, чтобы ты, услышав сшедший, не подумал, что сшедший уже не находится на небе, говорит: «Сущий на небесах». Итак, услышав, что сшел, не подумай, что я не нахожусь там. Но я и здесь присутствую телесно, и там восседаю со Отцом по божеству. Вопросы. Ну вот на что у меня обратилось внимание здесь. Сын Человеческий, сущий на небесах. И мы молимся тоже. Молитва «Отче наш», молитва Господня: «Отче наш, сущий на небесах». А здесь
Господь о себе говорит, как об Отце, сущий на небесах. Потом в другом месте я и Отец одно. И насколько нужно быть упертыми, вот, узкозглядами, твердолобами, чтобы не веровать вот, в единосущную Троицу. Православное учение. И заявлять, что нет ни одного места в Библии, где бы Христос назывался сам Богом. Просто закрыто погибающим. Продолжаем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14-15 стихи. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякие верующие в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Толкование. Сказал прежде о возрождении через крещение, говорит потом уже и о благодеянии, совершенном для нас через крест. Ибо крест и смерть – причина благодати, подаваемой нам через крещение. Так при крещении изображаем смерть Господню. Там подобие змея, имеющая вид змея, но не имеющая яда. Так и здесь Господь – человек, но свободный от яда греха, пришедший в подобие плоти греха, то есть в подобие плоти, подлежащей греху, но сам не есть плоть греха. Тогда взирающие избегали телесной смерти, а мы избегаем духовной. Тогда повешенный исцелял от ужаления змей, а ныне Христос исцеляет язвы от дракона мысленного. Вознестись, понимай так, быть прославлену, ибо крест стал поистине высотою и славою Христа. В чем он казался осужденным, тем осудил князя мира сего. Объясняю несколько. Адам умер по справедливости, потому что согрешил. Господь умер не по долгу справедливости, потому что не согрешил. До распятия Господа смерть справедливо властвовала над людьми. А как Господь оказался безгрешным, то дьявол, что мог найти в нем заслуживающего смерть? А как он был умерщвлен несправедливо, то победил умертвившего его и таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо причиненной ему, как согрешившему. Вопросы? Ну вот свидетели Иеговы утверждают, что как может один человек, ну они не верят в божество, умереть за всех. То есть один может только за одного. И здесь вот как бы толкователь говорит, что он как бы был умерщвлен несправедливо, Христос, то победил умертвившего его и таким, ну, дьявола, и таким образом освободил Адама от смерти. Ну, а Адам это справедливо, как бы, как он его освободил-то, тоже вот, может быть непонятно сектантам. Как вот им объяснить вот этот момент? Игнатий. Адам-то при чем? Учение о Троице в том виде, как мы сейчас его получили, потребовало почти 7 столетий. Как это было непросто. Между собой отцы рассуждали. Бог един. Вот отсюда стали исходить. Один всегда был. Евреи в Ветхом Завете о Троице не имели никакого понятия и воспротивились. Когда Господь говорил, не только я и Отец одно, а прямо принимал божескую помощь. Они, когда готовились его камнями побить, не за то, говорит, а что если ты, будучи человеком, делаешь себя равным Богу. То есть, это явно было, что он... И поэтому сегодня на этом играют мусульмане. Они как-то договариваются, там в Германии, я видел, делают. Девушка одна
И вот выходит мусульманка там где-то и говорит: у меня подружка христианка, а спасется она или нет? А там такой знающий много стоит мусульманин и говорит: ну, угодит, конечно, может, Богу, если правильно живет по заповедям. Ну, а за кого она признает? И тут находится: я христианин. Вот теперь переключается на него, а видно, что молодой. Так, Христос – это Бог, он говорит: да, Бог, так написано. А Бог всезнающий? Ну, конечно. А как же у Марка написано, что ни дня, ни часа не знает ни сын, тот глазами хлоп. Ну, подставная фигура. Да так, по человечеству и по божеству. Он-то мыслит себя профессором, мусульманин-то, а его в первый класс садить нельзя, он этого не знает. Бога человечества, а как понять? Понять никак, это только верить надо. По человечеству он не знает, а по божеству знает. И весь ответ. А он его хватает в том понятии, как они научены у себя по своим священным книгам. И весь ответ. И поэтому мы должны, будучи христианами, четко и твердо разграничивать, где. Вот святые отцы это показали. Где? По человечеству. Он говорит: доминует меня чаша сия. А по божеству: но не как я хочу, но как ты. Вот. Когда человек в это верит, ему ничего не надо доказывать. А он не верит. Ну, отойди от него. У меня один ответ. Там не прописан на небе. Раз он не прописан в книгу жизни, ему ничего нельзя доказать. Он будет на своем стоять, и все. Гоняться за эфемерными видениями, сказаниями, бояться шестерки и ННН, только не Бога. С Богом никого нельзя бояться. Вот где-то с чем-то мы не согласны. Но в данном случае православная церковь – это истина. Истина, изреченная в последней инстанции. Ну что вы что-то говорите, больше нельзя ничего сказать на это. Нельзя. Дальше будет грех. Единосущное, нераздельное, неслиянное. Вот все слова эти. Эти слова по-разному выражали. Единосущный ушло примерно 5 столетий, пока это слово нашли. Это очень-очень глубокий вопрос. Его никогда не надо касаться. Запомни, как сказали святые отцы: поклонись, воздай славу за то, что Бог им открыл. Поэтому православному думать по этим вопросам не надо. Еретики, они все заблудшие, с них и спрашивать нечего. А католики говорят: Дух Святой исходит от Отца и Сына Филиоквы. Равно понимали святые отцы. Одни так, другие иначе. И в этом не было разделения. А вы как? Я православный, я считаю от отца, но для себя знаю, что и от сына. Еще я буду копии ломать, где не нужно. Католики – это церковь, и на этом все. А ереси? Да у нас ересей своих хватает. Это истинная церковь, в которой можно спастись. Все. Вот, спаси Христос. Может, что-то не ясно еще? Ну вот еще я раз, вот, или сами прочитайте, вот последнее предложение, толкование. Или есть у вас перед глазами? Нет? Нет, считай, я верю. А как Он, Христос, был умерщвлен несправедливо, то победил умертвившего его, имеется в виду дьявола победил, да, и таким образом освободил и Адама от смерти, справедливо подчиненный ему как согрешившему. Это каким образом он Адама-то освободил? Второе Второзаконие, 19 глава, 19 стих. Если лжесвидетель что-то не доказал, то это вина, эта статья падает на него. Почему он кричал: садись с креста и поверим? Иоанн Златоуст говорит, это глотки, только глотки человеческие кричали, а кричал сатана. Впервые в мире умирал человек безгрешный, и смерть не была оправдана. А дьявол, он отвечал за это. Он участник смерти, князь смерти. Это 2 глава 14 стих, послание к евреям. Как дети все верующие, причастные плоти и крови, то и он воспринял он, и дабы смертью своей лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола. То есть смерть ничем не была оправдана, кроме злобы дьявола. Возмездие за грех смерть. Смерть подошла, греха так и нету. Похули и умри. Христос ничего не сказал. И сатана заметался в это время. И в это время на нем наручники захлопнулись, как Лев Толстой описывает это. Это образное выражение.
И поэтому мы должны это принять. Он искупил Адама. Почему? Адам грешный, а грешный за грешного не может умереть. Если два человека приговоренные, как он может платить? Вот в южных странах там было осужденные, а их два брата. Ну, ему назначили там срок 5 лет отсидеть. А у другой не женат. И он говорит, я готов идти за него. Все. В царское время было так. В семье семья должна представить одного в рекруты, солдаты. Но они смотрят кого, а там молодой, там ему лет там 20. И он решил, ладно, Василий, семья такая, я иду. И его берут, хотя призывался не он. Вот такое состояние, и здесь говорится об этом. Он искупил Адама, то есть заплатил за его грех страданиями своими, принял смерть. Не то, что там деньги какие-то. Тут все открытым текстом, даже толковать не надо. Спаси Христос. Аллилуйя. Просто смутило, что смерть Адама-то уже была справедливой, поэтому, ну, и дьявол, как бы, князь смерти, справедливо его приговорил к смертной казни, а Христа несправедливо. Ну, вот вроде бы, а теперь все сходится, что Христос-то, он по божеству за всех людей умер. То есть и за Адама, и за меня, и за тебя, мой брат, как вот мы поем, за всех. Теперь все ставится на место. Смутило то, что дьявол-то Адама еще когда приговорил, а Христос спустя несколько тысячелетий. Это если по-человечески, по-плоски рассуждать. А если принимать православное учение, что Христос есть Бог, Отец, то тогда все становится ясно и понятно. Я поясню еще немного. Потому что трагедии, падения Адама никто не знает. В третьей книге Езры он говорит, о, Адам, что ты сделал? Не ты один умер, но все умерли. Сегодня примерно подсчитано, умерло уже 100 миллиардов. Миллиардов. А всего-то ничего, там сорвала плод и ела. Что? Ну, неужели это равнозначное? Нет, не равнозначное. Больше того, все животные сделались мертвыми. Все умирают. А что, они не будут умирать? Не будут. Сама тварь будет освобождена от рабства тлению, как апостол Павел пишет к римлянам. Все рыбы, все микробы, все сделались мертвыми. Река смерти протекла по всему земному шару и вселенной. Тут еще один интересный вопрос. Определяют, вот в космическом пространстве, ну, допустим, за 1 миллиард километров, там что-то есть или нет-то? И, ну, спектральный анализ, он показывает, какие вещества. Но на что похоже? В среднем, говорит, примерно. Это как формалин. Вот еще интересно, формалин. А формалин – это то вещество, в котором плавают мертвецы, чтобы они не сгнивали. Когда тело делают таким, чтобы не гниющим было. Это во Вселенной наступила смерть. И на планеты, и на кометы, на все. И поэтому нам никогда не понять, что значит Божья святость. И поэтому жертва, которую Христос принес, ее достаточно, если бы был 1 миллиард вселенных, и они все были бы искуплены. Как в Адаме все умирают, во Христе все живут. 6.23, послание к римлянам. Мы не понимаем величие греха и величие жертвы Христа, просто говорим. Мы не можем определить. Его никто не может определить. Только слова. Вот и все. Спасибо, Христос. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16-17 стихи. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Толкование. Любовь Бога к миру велика и до того простерлась, что Он отдал не ангела, не пророка, но Сына Своего и притом Единородного. 1 Иоанна 4:9. Велико и недомыслимо для человека то, что всякий верующий в Него получил два блага. Одно, чтобы не погиб, другое, чтобы имел жизнь и притом вечную. Так как
два пришествия Христовы, одно уже бывшее, а другое будущее, то о первом пришествии говорит, что Сын не послан, чтобы судить мир, потому что если бы Он для сего пришел, то все были бы осуждены, так как все согрешили, как и Павел говорит Римлянам 3:23. Но преимущественно для того пришел, чтобы спасти мир. А второе пришествие будет решительно для того, чтобы судить всех и воздать каждому по делам его. Вопросы? Наталья, микрофон выключите. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18-21 стихи. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Толкование. Что значит верующий в Сына не судится? Неужели не судится, если жизнь его нечиста? Весьма судится. Послание Титу 1:16. Они знают Бога, делами же отрекаются Его. Впрочем, здесь говорит о том, что не судится не потому самому, что уверовал, хотя в злых делах отдаст самый строгий отчет, но за неверие не наказывается, потому что за один раз уверовал, а неверующий уже осужден. Во-первых, потому что и самое неверие есть осуждение, ибо быть вне света – одно только это величайшее наказание. Потом, хотя здесь не отдается еще в гиену, но здесь соединим все, что доводит до будущего наказания. Подобно тому, как и убийца хотя бы не был приговорен к наказанию приговором судьи, осужден сущностью дела. И Адам умер в тот же день, в который вкусил от запрещенного дерева, хотя он был жив, но по приговору и по существу дело был мертв. Итак, всякий неверующий уже здесь осужден, несомненно подлежащий наказанию и не имеющий прийти на суд по сказанному. Не воскреснут нечестивые на суд. Псалом 1:5. Ибо от нечестивых не потребуется отчет, как и от дьявола. Они воскреснут не на суд, а на осуждение. Так и в Евангелии Господь говорит, что князь мира сего уже осужден. Евангелие Иоанна 16:11. Как потому, что сам не уверовал, так и потому, что он предателем и прочим приготовил погибель. Если же в притчах Матфея 23:14-32, Лука 19:11-27, Господь вводит и подлежащих наказанию, дающими отчет, то не удивляйся, во-первых, потому что говоримое есть притча, а говоримое в притчах не нужно принимать все как законы и правила. Ибо в день тот каждый, имея непогрешимого судью в совести, не потребует другого обличения, но пойдет, связанный сам от себя. Во-вторых, потому что Господь вводит дающим отчет не неверующих, а верующих, но не сострадательных и немилостивых. Мы же говорим о нечестивых и неверующих, а иное нечестивый и неверующий, иное немилосердный и грешный. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Здесь
неверующих показывает лишенным всякого оправдания. Если бы свет не пришел, то люди могли бы сослаться на незнание добра. А когда Бог Слово пришел и предал свое учение, чтобы просветить их, и они не приняли, тогда они уже лишились всякого оправдания. Так как христианство требует не только правого образа мысли, но и жизни честной, а они пожелали валяться в грязи греха, то посему делающие худые дела не пожелали идти к свету христианства и подчиниться моим законам. А поступающий по правде, то есть ведущий жизнь честную и богоугодную, стремится к христианству как к свету, чтобы еще более преуспеть в добре, и дабы явны были дела его по Боге. Ибо таковой, правильно веруя и проводя честную жизнь, светит всем людям, и Бог прославляется в нем. Посему причиной неверия язычников была нечистота их жизни. Быть может, скажет иной, что же, разве нет христиан порочных и язычников одобрительных по жизни? Что есть христиане порочные, я и сам это скажу. Но чтоб нашлись язычники добрые, не могу сказать решительно. Некоторые могут найтись от природы кроткими и добрыми. Но это не добродетель, а добрым от подвига и упражнения в добре никто. Если же некоторые казались добрыми, то все делали из-за славы. Делающие же для славы, а не для самого добра, с охотою предастся злому пожеланию, когда найдет к тому случай. Ибо если у нас и угроза гиены, и всякое иное попечение, и примеры бесчисленных святых едва удерживают людей в добродетели, то бредни и гнусности язычников тем менее удержат их в добре. Велико и то, если не сделают их совершенно злыми. Вопросы. Час прошел. Можно задавать любые вопросы. Пожалуйста, время ваше. Ни у кого ничего нет. Микрофоны, может быть, кто-то забыл включить. Есть, конечно, вопрос. Давай, Виталий, начнем. Игнат Тихонович, расскажите, пожалуйста, вот когда вы в Венспилсе обратились, были рождены, так скажем, от слова, и вот вы поехали домой, но перед этим заехали в московскую семинарию, академию, там были разговоры, расскажите поподробнее об этом. А что, Виталий, рассказывать-то? Съездил в Москву и поговори с ними. Я в 62-м году, впервые дали мне Библию. Ну, я дождался отпуска, работал на корабле в это время-то, и заехал в семинарии. И помню, мы расположились там студенты, как их называли, семинаристы, вокруг меня у стены. Ну, и я вопросы некоторые задал. И я тогда понял, они учат многое, но не знают только оправдывать беззаконие, чтобы уметь. Уже вот тогда мне... Я-то только начал еще этот путь, 62-й год. Ну, а поехал-то я в 63-м году домой, заехал. У меня так перед глазами это стоит. И по сегодняшний день самые бесправные в России были священники и самые невежественные группа людей, категории. Ничего не знают и стараются, даже и не думают. И при том они, вот эта ячейка у них есть, они бьются, чтобы никто ничего и не знал. Ну, простой вопрос задаю. Нет, ну вы знаете о том, что крещение должно быть с полным погружением. А какая разница? Главное – вера. То есть он определяет, что главное, когда Писание говорит о вере, соединенной с погружением. Я понял, и с ними нельзя разговаривать даже. Они сразу, так вы еще сектант какой-то. У них так его научили, сектант.
Вы понимаете, где они начинают говорить что-то, сразу же покрывается тучей лжи. Их учат в семинарии, что сектанты не признают икон. Он записал, заучил, ответил урок. Теперь он, ничего не зная, как называется заранее, априори, меня назвал сектантом, а дальше ему все уже понятно. Икон нету, и вдруг приходят к нам, у нас иконы в храме, иконы старинные и современные, но у него же нет написано икон. Тогда он начинает искать дальше. Он заранее поставил себе грань, что я сектант. Но я-то не сектант, поэтому икона. Но у него никак. Сектантов нет, икона тут есть. Они начинают говорить. Вот Валентина Сартисон была там кто. Они им отвечают так. Я не знаю, это ей говорили или Тамаре. Ну так вот, у них есть. Это они ради вас повесили. А так они сектанты. Им говорят, что у них епископ есть. А у него написано там в лекции-то, что у сектантов нет связи с церковью. Они не имеют епископа. А у нас епископ, патриарху. Кириллу подчиняется Домодедовский, Евтихий, Курочкин. Но у него написано, что нет епископа. Он начинает дальше на это наворачивать. О, приезжай, так они как? Они его палками бьют, и там у них дальше деревни гонят и гонят его, пока это не выгонят. Зачем бы ему гнали, зачем приглашали? То есть даже ложь-то какая-то дурная такая. Ложь. Он мало, а ложь не может. Вот, допустим, один человек сказал, земля не круглый шар, а плоская. Казалось бы, ну и что? Нет, за этим кроется еще что-то скрытое. И оказалось, что человек одно потерял, второе, наконец, всю патриархию всех православных объявляет, это еретики. Ну и раз патриарх еретик, то и Игнатий еретик. Сегодня только причащался, а завтра я ничего не признаю. То есть ложь не может одна быть, она охватывает все, это метастазы пошли. Там Славик Щебаркульский, святой. Какой он святой-то? Пацаненок там. Там ничего нету. Там Екатеринбургская епархия, там расследование сделали, и он мультики насмотрелся и говорил. Ну, любая лживая весть, она его захватывает. ИНН, вот кто-то, может, из наших имеет. Что такое перевести даже не могут. Это для счета. Она никакого значения, вообще никакого. Так что она не влечет к Антихристу? К Антихристу нет, но к делам, которые придут, вот, когда чипировать, люди отрекаться будут. А это все стадия, вот, изобретения электричества, это тоже туда идет. То, что мы привыкли жить в тепле, это тоже ступеньки туда, но оно сегодня ничего не значит. Нету. Интернет, это тоже будет, он будет перед всем миром являться, Антихрист. Но на сегодня этого нету. Нету. Сегодня-то зачем умирать, когда ничего нету? Вот мы должны научиться мыслить категориями Священного Писания. Антихриста нету, а печать его есть. Да не печать, а написано изображение, которое он будет ставить на чертание. Нету его. Нету, значит, ничего нету. Нету еще храма Иерусалимского. Нету, оно не стало теократическим-то государством по полной программе-то. Еще не первосвященник, там, а премьер-министра избирают, а он никакой роли-то не будет играть. Голда Меир – это не главное. Первосвященник – главный. И вот это надо знать. Все нужно знать. Для касающейся моей бессмертной души. Все. Я им это все сказал. У стен храма мы были. И я больше никогда к ним не подходил. В Венспилсе было. Приехал там у меня брат, и нам нужно было достать Евангелие. Ну, куда идти? В храме. А храм там есть. Там в Латвии как-то больше было храма. Мы пришли. А батюшки нету. В комнате женщина, накурена. Я гляжу, пепельница полная, что об еще. А батюшка пьяный лежит. Я говорю, Евангелие-то есть, какие-то женщины тут. Нехорошего мне показалось поведение. А Евангелие-то есть, да батюшка его пропил. То есть врут или нет, я отвечаю, не отвечаю уже за это. Ну что он лежит пьяный, я вижу, да, пьяный. Так были такие? Да были, всегда были. Но меня это нисколько не оттолкнуло. Я понял, что искать надо в другом месте. Мы в Москве помогали там в храме, уборкой занимались и достали Новый Завет еще один. У одной бабушки было. А потом мы уже поняли, что надо искать там, где печатают. А печатали отделенные баптисты, совет церквей. А у нас так вот, 25 рублей мы кладем. У меня студенты на квартире жили. Я за всю жизнь копейки ни с одного человека не взял. Но мы заранее говорили, Надежда Васильевна готовит питаться, и надо 25 рублей положить на месяц. 25, это меньше уже там не нельзя. Меньше только я мог сделать, я на 11 рублей питался. Ну, а раз со мной живут, значит, я где-то их прижимаю, и там
Ну и оставалось, допустим, истратили они по 18, 7 рублей осталось. А, допустим, у меня 10 студентов, а 70 – это уже зарплата за месяц сторожа. Мы их прилагаем к делам десятины. Десятине. А потом идем к отделенным баптистам и деньги отдаем, большие деньги отдаем, чтобы там подпольно печатали новые заветы. Ну, что-то и нам дали. Поэтому мы всегда были с Евангелиями. А мы не смотрели. А баптисты? Ну, они печатают синодального перевода. Мне какая разница? То есть мы всегда находили какой-то выход, даже не искали его, он сам на нас выходил. У нас был один, уехал, работал на севере в золотых приисках, вернулся, и 4 года не было. К нам в общество, а мы сказали, десятину платил? Нет, подсчитай, подсиди. А у нас будет здесь большой заработок. Он подсчитал, и почти все деньги снял и отдал. И мы пошли вместе баптистскому пресвитеру отдали. Вторая северо-западная, 144. Фурсов Володя был. На Евангелие? Да как они истратят? Кто, баптисты? Нет. Они страдали, их сажали. Мы доверяли им на 100%. А они теперь подписывали, продаже не подлежит. На каждой книге Нового Завета. Поэтому и сегодня ты что-то ты не можешь сделать как-то. Ну, ищи опыт какой-то, людей. Господь обязательно тебе даст. Ищущий находит, стучащему отворит. Буквально. А как буквально? Ну, не знаешь, я тебе подскажу. Смотри, какое у меня оружие есть. Во! 100 поклонов. Не меньше 7 раз в день. И весь ответ. Вопросы? Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, Анастасия. Как там Николай? Да вот пришел только с работы. Ну, слава Христу. Говори. У меня такой вопрос по Евангелию по красным. Они еще выпускаются? Евангелия вот эти красные, что вы нам давали, они еще есть? Вообще выпускают их, печатают? Выпускаются, выпускаются. Недавно нам и заплатили сколько-то тысяч там за доставку. Они у нас есть, но мы их посылаем и на Украину, в Белоруссию, когда просят. Ну, за почтовые переводы только платят. Если у вас будет нужда, заказывайте сколько надо, 1000, 2000. Они хороши тем, что крупным жирным шрифтом, и на первой странице написано по благословению патриарха Кирилла. А, я знаю, мы же их уже, мы распространяли их, я знаю, вы же нам давали. Но сегодня они, видишь, как-то прицепляются к нам, ну не к нам-то нет, а к другим-то, а тут патриарх, тут фигура. Да, да, да. Я-то спрашиваю, почему... Что, может быть, будет у нас, когда возможность, так немножко нам дадите еще распространять? Дадим. Если бы вы сегодня приехали, прям сегодня и дали бы вам. Ну, заранее скажите, сколько нам нужно? Да немного, немного. Хоть ну, хотя бы сотни много. Две хватит вам? Сотни две хватит? Да это даже много, хотя бы одну. Ладно, бери, пока дают. Обьют, так беги. Приезжайте, прямо сюда, заезжайте к нам в Барнаул. И мы дадим. Приедем только летом. Ну, конечно, все. Угу. Можно вопрос? Давайте. Игнатий Тихонович, вот у меня такое, как бы случилось, у меня такое очень, такая, как сказать, блудная страсть у меня появилась, вот. И уже давно у меня даже зависимость от нее появилась. Упадаю часто в грех рукоблудства. Вот молюсь, молюсь, на 2 недели меня где-то так отпускает, а потом опять так, как нападет на меня, что никак не могу себя контролировать. Вот. Вам сколько лет? 21. Ну так еще, лекарство очень дешевое продается. И надо взять его и все употребить. А как называется? Женитьба. Что смеешься? Приятное, приятное во всех отношениях. Хорошую подсмотри, посвятись и все. Зачем же глупостями заниматься? Апостол Павел говорит, лучше жениться, чем разжигаться. Я ничего не добавляю. Не, ну я никуда не хожу по девушкам. Просто у меня, ну, как бы я сам начинаю это подать. Грех такой. Андрей Кураев говорит. Если нужно, говорит, пойди на танцплощадку, познакомься с кем-нибудь, от миссионер ее, да не могу. И женись.
Я пошел в аптеку, спрашиваю, дайте какие-то таблетки, чтобы меня так не возбуждало. Нет. Таблетки, наоборот, в рот брать не надо. Не пей, не ешь. Возьми книжку Николая Семеновича Лескова. И там есть такая книга, это рассказ «Невинной пруденции». Вот прочитай его. И еще у Льва Толстого «Крейсер Росонато». Это из библиотеки. И ты многое поймешь. Не пей, не ешь, и все, сдохла собака. Тебе даже нужды никакой не будет-то. Просто не ешь по три дня, не пей, не ешь. Малин сухарик, потом еще. И все. Заглуши этот огонь. Если ты первые лекарства не принимаешь, то прилежит долгая борьба, долгая. Долгая, неприятная, и ничего не сделать. Пока ты не заморишь. Ну, когда я перед постом держал день, не ел, то как бы так, как бы рукой сняло, но потом опять... Ну, опять не ешь, не ешь. Ни день, а три дня в рот не бери ничего. Я ж тебе говорю, записывай. Будь безжалостным этому врагу. Врага, это враг искушает. Просто, и когда мясное навсегда убери, горячительное, чай там, прочее, кофе навсегда убери, чтобы не было. Посты строго соблюдай, да мало того, еще и усилий его. Ну и есть на что надеяться. Вот у нас, интересно, я знаком был не только с написанным. Камбоджа, это тогда Йен-Тьянг это было, как-то называлось по-другому. Там Йен-Ксари пришел к власти, Пол-Пот. Такое убийство было, третью часть населения истребили. И полностью женщины перестали рождать, а у мужчин не было никакого пожелания иметь жену от страха. Вот у нас близкая была, там, в 12-м томе у меня в «Открытым оком» описывается, она о себе рассказывает. Жена директора, его арестовали, Федор Ямщиков, и расстреляли. А он в революции не участвовал. В это время был с гренадерами русскими во Франции. Ну, время пришло, репрессии туда. А она осталась молодая. Может быть, ей уже было там 21 год. Ей дали 10 лет, Ксении Ивановне, здесь, в Барнауле. Как только арестовали... Все женское кончилось. Месячные сразу закончились. 10 лет ни разу не было. Как только вернулась домой, сразу появились. Но она молодая. Страх. Страх заглушил. Все и кончилось. Это у вас здесь потому, что нет страха. А когда ну, страх настоящий будет, не перед властью, не перед репрессиями, а перед Богом, то это должно уйти. Ну и пост наложи, пост и молитва. Это борьба. Борьба суровая. Ну и, конечно, самое лучшее лекарство – это то, что я вам сказал впереди. А на исповеди батюшке нужно говорить? Обязательно. Говори, чтобы он помог молиться. И поблагослови, скажи, батюшка, благослови меня в три дня один раз только сухарик съесть. А потом еще три дня. А в воскресенье, субботу уже можешь с растительным маслом поесть. И ты поймешь эту радость, просто пост тебя будет на руках нести. И молись днем, и ночью. Свободная минута, молись. Кем работаешь-то? Да, студент. Найди работу, студент. Я тоже был студент. Но у нас ничего не было. Отец без руки, инвалид войны. И нас 10 детей. Мы все хлеб себе зарабатывали сами. Уже с 5 лет. И поэтому некогда было думать о глупостях. Работать. Я тоже инвалид. Ну вот. К сожалению. Я могу такую работу. Работать могу такую работу. Ну, чтобы не очень сильно там поднимать тяжелое такое. Андрей, не будем проблемы... больше... Андрей, давай не будем ничего говорить. Потому что это никакой роли не играет. Главное, по силам. Ну, хорошо. Работаю пост. Все, вопрос закончен. Следующий. Еще вопрос. Вот у меня есть. Я взял у церкви книжку. «Метарство Феодоры», вот. И я ее прочитал, такая очень так страшно стало, когда я ее прочитал, эту книгу. Ну вот, у Библии я ничего почему-то не нашел насчет этих метарств, Феодоры. Оно появилось в 8 веке, когда уже Новый Завет закончен. Что ты мог найти-то? Это житие святого Василия Нового. И она помогала ему. Да. И в образе, это в образе, ничего этого нету. Но мы верим и каждый день молимся, что после смерти по мытарствам ангел провел душу и вел навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Хорошо, что боишься. Начало мудрости и страх Господень. Это хорошее качество. Игнатий Брянчанинов говорит, если у тебя нет этого страха,
попасть в ад-то? Начни сначала, еще ничего не начинал делать. А то как баптисты, любовь, любовь. Ты сначала убойся Бога, потом любовь будет. Спаси, так, Христос. Слава Иисусу. Ну, дорогие братья и сестры, давайте вопросы. Игнатий Тихонович, мир вам. С миром, Василий. Я вот хотел насчет все-таки прямых онлайн-трансляций с вами поговорить. Может быть, после занятий позвоню вам и поговорим? Так, Василий, со мной разговаривать бестолку. Ты разговариваешь с теми, кто что-то понимает. Ты выйди на наших модераторов, которые разбираются, которые программисты, и притом не на последнем месте. А со мной еще говорит... Нет, дело в том, что... Это вы именно должны делать, понимаете, у себя на компьютере. Вот в чем дело-то. Ну, подойдите, научите. Как написано, говорит, пусть меня научат. Так вот, я и хотел поговорить, научить вас. Да, пока не говори, сейчас на другое время, полчаса, а потом будет видно. Все хорошо. Так, пока прибереги. Вы выразим многое в немногих словах, как учат нас Сирахов. Так, вопросы. Вот Виталий... Мир вам, Игнатий. Виталий Калиников, сейчас скажу, выставил роли, но я его перекачал у себя. Там речь идет об общине, посмотрите все. Очень удачно он сделал, стихотворение мое насчитывает. И далее, ну, часть моей жизни, как я обратился в Венспилсе был, вернулся туда через столько-то лет, почти через полвека. И как я там на этой земле Бога благодарил и плакал, не мог утишиться, что тех людей уже нет, через кого я пришел. И кто не пишет мне, говорит, мы все плакали, когда смотрели. Посмотрите. Я могу сказать, как меня Господь обратил. А если не можешь еще рассказать, подумай, было ли обращение. Слушаю, говорите. Виталий, говорите. Геннадий. Да. Мир вам. Я хотел спросить, как вы относитесь к благодатному огню в Иерусалиме? К чему там? Благодатный огонь, что сходит. Я в Иерусалиме. Не верю в это. Не верю, и все. Потому что там нет. Такая бесовщина развивается в это время. Друг на друге и что только делают. А зачем оно чудо? Не требуется. Может, какая-то подделка, много об этом пишут, сегодня все разоблачают. Я никогда в это не верил. Я на то утро, даже ангел явится, и ты не поверишь, похвалу получишь. А это так все под сомнением, и там такой ажиотаж. А зачем оно? Жжет, не жжет. Меня интересует огонь гиенский. И огонь, который будет Антихрист сводить с неба. Чтобы не попасться в тот огонь, благодаря того, что поверил тому, кто не с неба не сводит огонь. А это откуда он огонь? Поэтому сегодня специально составленная комиссия по мироточивым иконам в Патриархии. Под руководством там два было, архимандрит Иоанн Экономцев и Павел Флоренский, директор геолого-разведочного института. И они говорят, то, что мироточат, следоточат иконы, это все может делать и дьявол. Не нечистая ли сила смеется над нашими священниками, а мы голову ломаем. Я отношу это и к называемому благодатному огню. Все. Хорошо, спасибо, понятно. Слава Христу. У нас говорят не спасибо, а спаси Христос. Спаси Христос. Благодарю. Слава Иисусу. Давайте еще. Во веки слава. Еще что есть? Не-не, все. Игнатий Игоревич, расскажите, пожалуйста, вот об этих 10 годах, самое такое, ну, яркое, самое запоминающееся, вот, золотой век, так скажем, для вашей общины, 90-е годы. Да. Ну, а что сказать? У нас все по программе написано, все так и прошло. Мы не сидели. Вот я могу сказать, ну... Я не в стороне был. Община вся почти пришла через наши занятия. Я вел занятия в 5 университетах. Ты сейчас найди священников, кто вел занятия в 5 университетах. Но к этому нужно прибавить еще 5 отделений милиции районных, городское УВД и краевое. И там никого не было, кроме меня. Добавляй, пиши дальше. Все воинские части Алтайского края. Это полный кинотеатр набивали, так что пройти нельзя. Далее, 13 школ. Новосибирский академгородок, все фабрики, все заводы, прокуратура, там, КГБ. Ни одного места не было, где бы я не проповедовал.
меня машины стояли около дома. Два полковника тут явились и говорят, мы решили самолет зафрахтовать, чтобы вас успевать с одной части в другую перевозить. Я воспользовался по полной программе, потому что я все время учился, и ну, тем более после освобождения мне это давало весу. Говорит, на вас авторитет работает. Но на мой авторитет я работал сначала полвека. Поэтому везде был востребован. Самые главные противники были попы. Они гонялись за мною. И везде, и в газетах, всяко. А потом, кто подписывал статьи, приходили ко мне и плакали. Говорится, ноги целовали. Прости, это нас вот Николай Войтович, это благочинный был тогда, очень с большой властью. Это он подбил нас. Да, пословица говорит, наплевать да забыть. Идите и проповедуйте Евангелие всей твари. Я только часть называю тех мест, где я говорил, регулярно, еженедельно вел 3 радиопрограммы. Ведущий и составитель. Одна была онлайн, как сегодня говорят, прямым эфиром, часовая. Так что коммунисты с ума сходили. Я стоял по эфирному времени на первом месте в Алтайском крае. Телевидение. В это время, ну, о нас, отдельно фильм просто про меня был составлен. Занявший первое место в России, второе первое место в международном киноконкурсе. А ничего там нету. Просто как есть, говорил, а вы говорите о себе, но вы задали, я даю ответ. Люди каялись, приходили, у нас готовили к крещению примерно 450-500 часов. Такого в мировой практике не было. Но мы подняли планку на самую высокую точку. Узнавали, что это за люди, какое семейное положение, как нуждается в помощи. У нас все это выложено. Введена была десятина. Торговли не появилось и нету по сегодняшний день. С 91-го года, вот считаю уже сколько, 27 лет. Мы что назначили, выполнили все. Сегодня 413 правил из 719 книги правил нарушаются в каждом храме. У нас практически ни один канон не нарушается. Говорят, по ним нельзя жить. Неправда, можно. Мы готовим людей. У нас шепотом даже нельзя в храме разговаривать. Все одеты по форме. Ну кто, зайди на наш видеоролик. У меня сейчас стоит 10100 видеороликов. На этой неделе уже 100 будет. 10100 видеороликов своих. Это нигде нет ни у кого. А это всего лишь только 6 лет. За 6 лет. 7 лет. Это Господь то сделал. И наши, равному нашему сайту нигде нету. Я ежедневно вот, ну, ложусь пораньше, обстаю. Сегодня в час ночи уже все. К 4:40 я должен разобраться с почтой. Сколько новых людей приходит из разных сект. Если бы они были здесь, у нас бы некуда вмещать все были, но недалеко. И в Америке, и в Израиле, и в Канаде отовсюду приходят. И поэтому я, кроме того, начальник первого в России при советской власти православного трудового лагеря Стана. 45 лет был создатель, основатель его и бессменный руководитель. Один год против меня 3 уголовных дела воздвигли. 15 краевых комиссий были, на машинах не вылазили. И мы отбили все атаки. Я подал в суд, приехал, когда и все суды до одного выиграл при помощи Господа. Он взял меня орудием своим. И все наладилось опять. Бог дал помощника, прокурор края, выше нету, генерал-лейтенант. Главный судья здесь, краевой, генерал-майор. Начальник юстиции, генерал-лейтенант. Все за нас были, мэр города. Я 11 лет вел суд, когда у меня изъяли фонотеку, и выиграл этот процесс. Общая сумма была 11 миллиардов рублей. Ну, все не отдали, конечно. Ну, вот в центре города Барнаула у меня участок, дали 2 дома в частное пользование. Я хозяин. И 2 дома, и 13 соток. Что просил, то получили. Вот это золотое было время нашей общины, золотой век. Мы нигде, ни в чем не уступили позывом греха. Вот давайте это не сделаем, давайте пост не будем нарушать, а то люди уходят. У нас введено в правило то, что ни в одной общине мира никогда не было за 2000 лет. У нас нельзя приглашать людей к себе. И все люди, которые приходят, мы их всех, вот я уже 55 лет тружусь, всех до единого направляем в храмы Московской Патриархии. Так они против вас, вот то-то и удивительно. И там они делаются священниками. А как у вас? Никак. Которые просятся, тогда мы двери откроем. К нам нельзя звать. А причина какая? Причина простая. Совесть. Что люди увидят в нас карикатуру христиан.
Да какая карикатура, да вас все знают, но это в глазах людей. Я ничего не прибавляю так, как есть. Запрещено приглашать к себе людей. Мы, если просятся, мы сходим на работу, на учебу, дома, везде узнаем, что за человек. Если он к нам начал ходить, мы сразу на него надеваем ярмо. Не пропускать богослужение. А если тебя не было в воскресенье, ты должен доказать, что ты был где-то в храмах Московской патриархии, а скажет, а я был у баптистов, тогда все, ничего не надо. Пятидесятников был, ничего не надо, ты к Богу пришел. У мусульман был, мы не трогаем. Но если нигде не был, лежал, мы предупредили второй раз и дальше отказываем к нам ходить. Да как так? Ну я говорю правила, слушай только. Таких правил тоже ни у кого никогда не было. Мы не разделяем никого, хотя в спасении разделитель есть большой. А именно человек, чтобы чувствовал ответственность. Кто тут пришел, хотел что-то сказать? Я отвечал по вопросу. Люди не любят, когда говоришь, там ты участник. Я участник событий, поэтому говорю. У нас все приходили через занятия. Через занятия в университетах, по радио. И кроме того, в это время я 18 лет сотрудничал с местной тюрьмой. 3700 заключенных. Сколько людей покаялись? Это Бог делает. Тут все благодать, человеческого ничего нету. И за 9 лет в это время у меня вышло из печати 38 томов. По 752 страницы том. И кроме того, мы проехали от Тихого океана до Атлантического, от порта Находки в Владивостоке до Лиссабона, прошли Скандинавию, Прибалтику, 600 городов и сел районов посетили. Я подарил в каждом месте полный комплект своих книг. 750 евро, один комплект. 750. Умножьте на 600 и умножьте на 70 рублей еще. Речь идет о миллионах за 50 миллионов, а у меня ничего нету. Это Бог сделал. Сами приобрели машину, три человека и собака. Собака, которая поехала, ну просто собака, а вернулась чемпион России на соревнованиях. Как Бог сделал. Ну я сам занимался в уголовном розыске и с ней дорогой занимался. Вот как Бог чудно, удивительно делает. О чем мы просили, даже вообразить нельзя. И Бог все дал. Дал, просто дал, потому что он богатый. Меня когда арестовывали, то московское КГБ, МГБ называется, они, говорит, мне сказали, думали, в Сибири работает несколько отделов, а нашли одного человека. Но я не один был. Были братья. И насчитано было в это время, мною 50 томов книг, аудио. Они сейчас все стоят на нашем видеоканале. Я не считаю, что что-то особенное. Да еще стихотворение по 9 куплетов написано было 3467. А как? 2,5 часа в сутки спал. Это Бог дает. Я просто говорю пример. Павел говорит, подражайте мне, как я Христу. Я могу это сказать. Он перечисляет, я более потрудился, более народу. Впрочем, не я, но благодать Божия. Я эти слова повторяю. Это Бог сделал. Поэтому, когда вот Виталий поставил сегодня, как я возвращаюсь на то место, где я обратился, я стою и не могу молиться, слезами заливаясь. И люди слушают сегодня и также плачут со мной, и могут пережить свое рождение свыше. Просто зайдите на наш видеоканал, ну там первый ролик буквально стоит. Я ежедневно выставляю 10 роликов. Ежедневно. Это один ролик. Библия мной насчитанная. Это 150, кажется, 8, да, этих видеороликов будет. Отдельно архипелаг ГУЛАГ 76 кончился. Отдельно Златоуст 1265 роликов. И отдельно Житие святых. Хотя уже давно их выставляем, но еще осталось примерно 600 роликов. Это насчитано мною. И Бог дал. Я молился и молился. Господи, дай помощников. И через 37 лет Бог ответил мне одновременно. И люди не знают, что я молюсь, одновременно вызвались помогать. С такими знаниями, которых у меня нету. И они аудио все превратили в видео. Два Сергея, два Андрея, ну и другие. Виталий, вот тут он с нами находится, еще два человека. Теперь уже 7 человек. И разнесли все в клочки. Я только успеваю выставлять. Заканчивается в другом месте, нам бывает в нескольких городах. Я вот познакомился с Сергеем Козлов. Парализованный. Вы найдите парализованного человека, как Сергей-то, вы вряд ли найдете. Он совершенно недвижимый. Ник Вучич ездит по всему миру, а он нигде не может. Но он все принял к сердцу.
И Сергей Козлов сказал, сайт наш можно сделать еще лучше. Где-то деньги платить? Он говорит, ну вас не касается. Я потом только узнал, были наняты какие-то программисты из Беларуси, из Израиля. Я не знаю, то ли это качество их такое. И они это сделали. Я говорю, и сколько же ты заплатил? Кое-как узнал. 300 тысяч рублей. Парализованный. А что ж такое? Это его сердце здесь. Да это уже не мое, это все его. Мне плакать, не выплакать благодарность Богу за всех людей, которые около меня. Вот один из них это парализованный в Воронеже Сергей Козлов. Зарядите себе. И вы увидите. Великое чудо. И мы живем с этим человеком одновременно. Одним воздухом дышим. Может, никого и нету, а я тут сижу, говорю. Аллилуйя. Все слушают, Игнатий Ильич. Ну ладно, вопрос отвечен. Город на вершине горы не может укрыться. Он сияет всеми огнями. Так должно быть. Я при том никогда... Так это гордость подходит. Ну, я считаю наоборот. Грешен, грешен, супергрешен, это никого не привлечет. А когда человеку говоришь, что в этой обстановке, при минимальной пенсии, у меня ничего нету на мне нету, все, телефон это мне купили, это щетки подарили, маленький вот этот телефончик, ну все абсолютно кто-то дал, у меня нет ничего. А как так? Так Господь мне приказал жить, и я принял. Люди сегодня бьются, десятину нельзя. Я услышал, и 55 лет назад. И плачу 9 десятин. Я Богом хвалюсь моим. Заработал 190, должен отдать. Поэтому всегда на 2-3 работах работал. Я строитель профессиональный. Ложил печи. Дачи строил коммунистам. Из 1000 заработанных 900 отдавал все время. И не считаю ничего особенного. Просто Бог так сделал. А сегодня из-за одной десятины и начинают разговор вести. Да, земля Божье, солнце Божье, Бог участник наш. Почему же Златоуст говорит, не отдать ему принадлежащее? Кто не платит десятину, они не просто не платят, они обкрадывают меня, то есть Божье ворует. А ты это услышал? Посчитай, сколько за последние годы, как ты обратился к Богу, сколько ты не платил? И отдай. А кому отдать? Не знаешь кому? Кто тебя крестил? Где исповедуешься? Счастье оставь на нуждающихся в той местности. Там распредели по уму. Я говорю, откуда мы девали. Мы деньги собирали, большие суммы, и отправляли там, где печатают Евангелие. Ну, сегодня, вот сейчас только говорила Анастасия, Евангелие надо. Пожалуйста, нам есть что дать. Это, знаете, вот я расскажу просто коротко. Нам нужны Евангелия. Только в окрестности мы раздали 30 тысяч домов посетили. 30 тысяч! А где Евангелие брали? Узнали, которые люди имеют. Гедеонова братья. У нас есть администрация. Они занялись и нашли в Иркутске. У него приехали, когда у него как раз 9 ребятишек. 8 или 9. И жена еще беременная. А он не православный. А сколько вам надо? Ну, сколько? Мы можем тонну взять. Ну, тонну-то я не могу дать, а... Ну, сколько-то ящиков дам, коробок-то. И вот мы поднимаемся с ним. Первый этаж, у него подземный этаж и первый. На первый там ступенек 10. И мы идем до, через как бы большой коридор, и там спускаться туда уже в подвал-то. Это он мне потом рассказывает. Кукушкин его фамилия. Кажется, Игорь звать. И вот пока мы здесь шли, вот через, пересекали там первый этаж и опускались вниз. И он оглянулся на меня. И говорит, вам сколько надо? Потом рукой махнул, вот сколько есть там склад заваленный, ну это зарубежное, берите хоть все. Я говорю, а почему так? Он на меня посмотрел, говорит, я впервые в жизни вижу живого пророка. Я вот так засмеялся, я говорю, какой же я пророк-то? Порок один, а не пророк. Нет. Вот видишь, как Бог делает. Каких-то там, может быть, 30 шагов, и через них все переменилось. И мы у него ночевали и свидетельствовали, и это все стоит у нас на нашем видеоканале. И мы обедали когда, а он стоял еще, как Иосиф, братьев своих кормил, утром рано мы уезжали-то. И мы смотрим, он крестится. Вот что Бог делает. Это великие, дивные чудеса. Самое великое чудо, что меня Бог нашел.
Меня часто спрашивают и говорят, вот столько в вашей жизни были тюрьмы, лагеря, там морфлот, уголовный розыск, где я был, а что самое важное? Ну, трудно, конечно, так ответить, но я всегда отвечаю, самое важное, я узнал, как много у Бога добрых людей. И второе, и почему-то эти люди встретились мне. И третье, почему-то они приняли самое деятельное участие в том деле, которое я люблю и делаю. Вот за это у меня постоянно благодарность. Господи, дай нам таланты, которые мы можем прирастить по силам, чтобы было. В моей жизни ни разу не было, что Бог на меня возложил бремя, которое я не мог понести. Там тюрьма, руки крутят, я весь исколотый, там меня что-то такое, 26 лет психиатрия меня пытала. Это не два дня. И как? Живой? Живой, и память есть еще. Я просто делюсь опытом. У тебя может по-другому быть и больше, но все Бог. Я себе не могу приписать ни одной минуты. Все Бог. Виталий, доволен? Да, Игнат Тихонович, спаси Христос. Ну все, довольно. Еще если вопросы, то я отхожу уже сейчас. У меня тут дела свои. Давайте вопросы, а то завтра, может, и некому будет задавать. Я отвечаю на вопросы 55 лет. Игнат Тихонович, можно вопрос? Давай, Наташа. Вот мы там говорили о ролике вчера, там, где детей крестят. Если, допустим, одна рука там, ну, не была погружена троекратно в воду или там ножка или что, считается ли это крещением, полным погружением? То есть прощение грехов или нету? Есть и прощение грехов, и как священник ответил вам, все так, но этого делать не надо. За Бога решать не будем. Дальше идет помазание, миропомазание. Довериться надо, от нас это не зависело. Ну, главное, что это было полное погружение. Ну, тут одна у нас крестилась душа и говорит, она не с полным погружением. Тогда мы стали фотографии смотреть, и видно у ней, волосы были растрепаны, а когда она, священник не успел ее прижать к низу-то, и волосы у ней прилипли. Явно дело, что вода коснулась всей головы. А это если ребенок, и, ну, главное, что намерение было крестить, а не ожидали никто, что там рука или как-то... Это небрежность, конечно, за это ответит кто был. Но крещение признавать полным, неповторимым. Спаси Христос. Спаси Христос у вас. Ничего нету больше. Ну, желаю всем благ. Через день встретимся. Пишите вопросы, готовьте заранее. Богу слава, отошел.